Работа продолжается. Поправили все заходы, чтобы ничего не цепляло потом при сборке. Сейчас все это обклеим скотчем, лишние все отверстия. Ну и вот 150 гаек надо навернуть на спицы, чтобы их потом покрасить порошковой краской. Такие вот чудеса. Ну вот, что-то 150 гаек мне не хватило. Пришлось еще домашние, короче, вытаскивать. То ли я обсчитался, то ли чего, непонятно. Я вроде насчитал 70 спиц с двух колес. Взял 150 гаек, ну, мне не хватило. Но я, правда, 4 докупал. 4 докупал спицы на запас. Это 8 гаек дополнительно. Непонятно. Ну, вот такие ежики получились. Парни прицепят к ним плюс, и краска сама налипнет на спицы. Ну вот, отверстия заклеены. Подколодки заклеены. И с этой стороны тоже заклеены. Чтобы потом не чистить здесь все. Как-то вот так вот будет.